Здравствуйте, дорогие друзья! У нас сегодня очень важная тема. Она называется «Фокус внимания». В такой ситуации, в которой мы сейчас находимся, в ситуации войны, в ситуации очень серьезного кризиса, внимание часто очень рассеивается на те вещи, в которых мы не можем ни на что повлиять. Правда же? На какие-то новости, на переваривание этих новостей, на простраивание каких-то вещей, которые от нас не зависят, да, вот там каких-то политических решений, каких-то военных и так далее. Очень намного рассеивается, оно прямо приковывает это внимание. А известно, что где наше внимание, там и наша энергия. Поэтому очень важно в такие вот кризисные моменты понимать, что вы рассеиваете свою энергию на много вещей, которые от вас не зависят. И это нужно дозировать. Я не говорю там вообще как бы не обращать внимания. Да? Ну, конечно, не получая информацию, мы будем испытывать страх, мы будем испытывать беспокойство и так далее. Мы должны получать какую-то информацию. Я уже говорила об этом в одном из предыдущих роликов, о том, что нужно дозировать. А сейчас я поговорю именно о том, что куда мы направляем фокус нашего внимания. Я и студентам своим говорю всегда, куда ты сейчас направила, где ты сейчас находишься, куда ты направила фокус внимания. Куда мы направляем фокус внимания, там мы и можем быть успешны. Но мы не можем быть успешны там, где от нас просто априори ничего не зависит. А если мы эту энергию направим на какое-то дело конкретное, в котором от нас что-то зависит, то мы можем быть успешны в этом деле. То есть мы возьмем свою энергию и направим ее на какое-то конкретное действие, которое может принести деньги, которое может принести успех, которое может принести пользу, которое может принести внимание, которое может принести спасение и так далее. Вот нужно помнить об этом фокусе внимания. Это очень важно. Я ничего нового сейчас не говорю. Это как бы напоминание. Напоминание о том, что фокус внимания – это очень важно. Очень важно, что для вас фигура, что для вас фон. Понимаете? И вы это решаете сами. Вы это решаете сами. Помните, пожалуйста, об этом. С вами была Мария Липинская. Обнимаю вас. До наших новых видео встреч.